Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В среду в Самарской области ясная и малооблачная погода без осадков. Жара продолжается, плюс 29, плюс 34 днем, ночью 21-23 выше 0. Ветер северо-восточный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 29, ночью плюс 22, северо-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 30, ночью плюс 23 градуса, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 30 градусов в дневное время, ночью плюс 22, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 43%, температура воды в реке Волга 25 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.